Сложно говорить о впечатлениях, когда, на мой взгляд, пенальти ставятся в такой ситуации, когда должен быть там минимум штрафной в нашу сторону, в другую сторону, в сторону соперника. Наш игрок первый на мяче играет мяч, отдает передачу, в него врезается соперник, ставится пенальти, мне как бы очень сложно понять. Да? И сложно потом футболистам объяснять, там, как нужно играть в этой ситуации. Поэтому так, да, в атаке неплохо играли. Три забили, еще были моменты. В обороне, ну, естественно, были ошибки. Пока их, скажем так, многовато. Что было ключевым эпизодом в этой игре, повлиявшим на результат? На мой взгляд, этот пенальти, безусловно, ключевой эпизод.